в Воротынске прошла церемония закладки сквера авиаторов. Мероприятие приурочили к приближающемуся Дню Победы. Однако сам будущий парк решили посвятить всем героям-летчикам. Пилоты, которые сажают не только самолеты, но и деревья. В следующем сюжете. Бодрые ритмы духового оркестра пока еще в чистом поле. По планам застройки здесь скоро будет жилой квартал, но сегодня копать будут не котлованы. Жители сюда, трибуна типа там. Импровизированный митинг перед началом закладки сквера. Жители Воротынска все так или иначе связаны с авиацией, а потому вопросов, как назвать будущий парк, ни у кого не было. Первое дерево, посаженное сегодня, надеюсь, оно переживет всех нас, и этот сквер будет украшением этого нового микрорайона. Они немного порассуждали о том, как здесь будет, и сразу же перешли к тому, что есть. Саженцы достали 7, а вот инструмент оказался в дефиците. Они у нас только поливают. Вон у вас есть. Нет, ее нужно понятно. Лопат на всех не хватит. Авиаторы в прошлом, они с энтузиазмом взялись за дела земные. Все премудрости посадки деревьев два майора в отставке постигли за считанные минуты. Сергей Маркин закапывал, Юрий Вахрушев поддерживал и направлял. Майорское дерево теперь просто обязано стать большим и по-армейски стройным. Дело в том, что эта береза будет расти, меня уже не будет этой жизни, она будет расти. Вот, понимаете, на нее будет смотреть молодежь и вспоминать нас. Поем настроение, просто чувствовать себя. И на фоне праздника 9 мая вроде бы как бы душа поет. Они посвятили закладку сквера победе в Великой Отечественной войне, но о своих подвигах стараются много не говорить. Участники локальных конфликтов и ветераны боевых действий. Они нашли свой мир в тихом городке Воротынске и с головой погрузились в процесс его благоустройства. Мы должны оставить просто после себя какой-то добрый след, какой-то добрый знак, чтобы на нас подрастающие поколения не показывали пальцем, вон они какие были, а наоборот гордились нами. Соответственно, как мы гордились в свое время ветеранами Великой Отечественной войны. Сквер авиаторов задумали не просто как место отдыха будущего микрорайона. Сама его идея наполнена воздушным символизмом. Дело в том, что березы высадили не по стандартным линиям, а по специальной геометрии. Когда деревья подрастут, они сформируют крыло самолета, а вот там вот будет его пропеллер. Масштабный проект с воздушными перспективами. Здесь нет еще ровных дорожек и удобных скамеек, но семья Никоновых все равно решила первыми посетить сквер авиаторов. Глава семьи полжизни провел в небе, заразил полетами сына и теперь ждет продолжения авиационной династии. Внучка Ева надежды пока оправдывает. В воздухе ей намного комфортнее, чем на земле. Да и бабушка Валя к ее летной карьере морально готова. Я горда своим мужем, я горда своим сыном. Я горда за то, что вот это ничего не проходит просто так. Мы закладываем эту аллею для того, чтобы дети и внуки помнили, что их отцы, деды когда-то прославляли нашу Родину, воевали за нашу Родину. Дружно и организованно за час они высадили почти полсотни берез. Каждый запомнил, где посадил свою, а значит, для многих жителей Воротынска этот парк будет по-настоящему именным. Андрей Степичев, Тимур Вороной, телекомпания Ника ТВ, Бабынинский район.